Какой размер голубого лотоса является значительным при уголовном преследовании? Согласно постановлению правительства Российской Федерации, номер 1002, значительным размером голубого лотоса при уголовном преследовании является размер от свыше 3 до 30 граммов. Какой размер голубого лотоса является значительным при уголовном преследовании? Согласно постановлению правительства Российской Федерации, номер 1002, значительным размером голубого лотоса при уголовном преследовании является размер от свыше 3 до 30 граммов. Какой размер голубого лотоса является значительным при уголовном преследовании? Согласно постановлению правительства Российской Федерации, номер 1002, значительным размером голубого лотоса при уголовном преследовании является размер от свыше 3 до 30 граммов.